Соревнования такого масштаба в нашем городе проводятся уже не в первый раз. В эти выходные на спортивных площадках состязались сильнейшие пары из 8 регионов Центрального федерального округа. Это заключительный этап, потому что чемпионат у нас уже закончился. И здесь, кстати, на этих соревнованиях играет и чемпион Центрального федерального округа. И призер это вот как раз пара Абрамов Исаев из Рязани. Ну, уровень этих соревнований говорит о том, что они не прорвались в финал даже за первое-второе место. 30-градусная жара и яркое солнце не смогли испортить настроение у участников и болельщиков соревнований. Все матчевые встречи прошли в упорной борьбе. Ни одна из команд не чувствовала себя явным фаворитом турнира. Десногорские спортсмены выступили очень достойно. Бондарев Сергей и Николенко Владислав заняли третье место. Вторыми стали Алексей Ковиченко и Константин Ефременков. Первое место у мужчин из Воронежа. Волейбол приятно здесь играть. Погоду заказали. Что завершение лета очень получается комфортно и положительно. Надо брать пример с Десногорска за уровень соревнований, за то, что они берутся развивать такой вид спорта, как пляжный волейбол, интересный, динамичный, азартный, зрелищный. Вот поэтому организаторам большое спасибо и удачи в их продолжении. Мы очень рады, что мы заняли первое место. Неожиданно, конечно. Вот. Мы постарались, мы сыгрались. Вот. Давно игр не было таких каких-то серьезных. Спасибо вам. Спасибо.